вам. Бесіди привічно на телеканалі Родана. Я вітаю усіх наших глядачів і вітаю у нас у студії про Тієрея Олександра Горовенка. Здравствуйте. Отець Олександр, сьогодні ви обіцяли нам поговорити про помисли. Да, будемо розсуждати про те, що говорить Тава Дорофей, тому що, ну, чого вас Олександр навчить. Надо слушати тих, хто дійсно доказав і життю, і своєю смертю, що... Он шел со Христом. І Ава пишет некоторые короткие послания уже своим ученикам, и одно из этих посланий, оно называется «Угнетаемому помыслами». Человеку, который находился в трудном духовном жизненном обстоятельстве, его ворол какой-то определенный вид соблазна. А вот как из вашей практики часто такое бывает? Часто встречаются такие люди, яких помыслы действительно вот так вот гнетуть? Очень часто подобные ситуации бывают, особенно с теми, кто давно в церкви. Потому а что так? изначально, когда человек приходит к вере, то ему дается то состояние, которое называется обручение благодатью, когда человек порхает. Вот угу. он, ему все получается, все получается. Хочется ему молиться приятно. он он другим рассказывает о своей вере, о каких-то своих первых впечатлениях, делится, всех там родных, близких, знакомых пытается привести к храму, там, поделиться своим, своим новым опытом. И этот период, он почти у всех радостный. Если человек не приходит от какой-то скорби к Богу и от какого-то несчастья, а так вот именно ищущий человек, то почти всегда человеку дается вначале радость, Потом эта радость отнимается, и человеку говорится, ты видел ради чего, будь добр, начинай трудиться. И вот в этом дальнейшем пути христианском человеку встречаются трудные жизненные обстоятельства, когда его борет один или несколько грехов, когда он под конкретным прицелом врага, когда Господь разрешает сатане человека искушать, и разрешает, чтобы то ли это помыслы, то ли какие-то дела, в принципе, особой разницы между этим нет, поскольку помысл, он как бы начало действия, действие это уже только результат помысла. И Господь разрешает своим быть искушаемым для того, чтобы явились, как говорит апостол, искуснейшие. И надо понимать, что эту ситуацию можно повернуть не только по отношению к помыслам, а и по отношению к любым тяжелым обстоятельствам жизни, когда Человека стесняет снаружи или обстоятельства, или, там, или работа, есть, да? или дома что-то не так, или действительно те же помыслы. Любые вот обстоятельства, которые угнетают душу, которые приводят ее в стеснение, можно вот подвести под совет Ава Дорофея, как с этим бороться. И Ава Дорофей пишет монаху, который спрашивает, что как я, где Бог uh -huh. вообще где Бог, потому что тяжело, молюсь, пощусь, исполняю то, что необходимо, а помощи нет. И Ава Дорофей один одним из первых ответов говорит, мы не знаем промысла Божия. Почему Господь разрешает вот тем или иным людям наверное, не тем или иным, а абсолютно всем людям, быть в тяжелых обстоятельствах жизни. Во-вторых, не зная промысла Божия, мы не понимаем, что промысел делает сверх нашего соображения и нашей надежды. То есть для человека всегда есть какие-то границы, он вот думает… Если я вот это сделаю, все дальше. Угу. Дальше выхода нет, я, я уже окончательно погиб, я, я пропал, для меня спасения нет. Но так думает только человек. Для Бога совершенно э, свойственен Богу совершенно иной взгляд. И там, где логика человеческая заканчивается, логика божественная, она идет и идет вперед. Э, казалось бы, вышел Петр на воду. Зачем? Зачем идти по воде? Зачем Бог не сказал Петру: Зачекай, я приду сам, к да? Почему тебе тебя? вот это угу. хождение по воде? Что за детский сад? Вот если вдуматься в желание Петра, разреши мне идти по воде к тебе, если это ты. А угу. если бы это был не он? А если бы он, но, ну, но ну, вот как-то у тебя не получилось. А если бы он тебя не спас, ну, желание какое-то, ну детское, вот как апостолы были, как как дети. Кто бы из нас вот в здравом уме в бурю, в шторм сказал: а можно я по воде? Тут в обычном Ну, может, безрассудных ну, людей много ну, и захотели бы тоже пробовать и так походить. Ну, вы понимаете, тут такая самоубийственная безрассудность, что а зачем? Смысл вот в этом действии? Але что, ж есть джамперы, которые стрибают там с резинками, да, с высоты, там, чи с мостів, чи еще десь... страховка. Здесь у Петра страховки не было. А если бы действительно это была галлюцинация? Угу. Галлюцинация говорит, иди по воде. Но ну, и... может 12 и... людей и, галлюцинацию? Массовые галлюцинации тоже бывают, и можно себя так накрутить, что увидишь все, что хочешь. <coughs> Лишь бы один крикнул, идет. Там, где кажется, ну все, конец, тонет угу. Петр. Уже спасения для него нет. Это только начало. Это было началом. И даже тогда, когда Петра трижды спрашивают, ты знаешь, вот, ты, ты был с этим человеком. Угу. Петр говорит: нет, я не знаю этого человека. И три раза отрекается. Казалось бы, вот ну здесь конец. ты ты один из ближайших учеников, ты видел его все чудеса, ты был на горе преображения, ты был одним из первых учеников в числе призванных, ты, ты ближайший, ты вот в глаза лез, вот на глаза и и везде ты был первым, и, и тебя спрашивал Христос за кого меня считают люди ты ответил что ты сын Божий то есть ты знаешь что это сын Божий и ты его предаешь казалось бы человеческая логика говорит ну все ну предал но человек божественная логика она здесь только начинает действовать потому что если бы не было этого предательства если бы не было этой э, пылкости которая часто апостолу Петру мешало, казалось бы, на первый взгляд, uh -huh. то не было бы у нас такого пламенного проповедника и апостола. Если бы апостол Пав... Павел, Савел, не был гонителем и мучителем христиан, uh -huh. то церковь не знала бы такого проповедника и такого апостола, как апостол Павел, потому что то, что он сделал потом... Заложено было оно и теми же действиями греховными, когда апостол Павел стоял и стерег одежду убивающих архидиакона Стефана. То есть там, где нам кажется, что все, конец, меня оставили, я погибаю, я не имею никакого выхода, на самом деле происходит нечто удивительное, на первый взгляд для нас совсем непонятное и часто задающее вопрос Богу «А зачем?». Зачем такой тяжелый путь, зачем такой болезненный опыт? Но если мы посмотрим на жизнь других людей, то мы понимаем, что этот болезненный тяжелый опыт, он потом дает человеку больше раскрыться. Как говорил Ницше, чтобы родить блуждающую звезду, надо иметь в душе хаос. То есть mm -hmm. э, надо определенные состояния, искушения и соблазнов пройти для того, чтобы потом другим иметь возможность помогать. Человек, который сам никогда не падал и не был искушаем и в этих искушениях не проходил в отчаянии и ропот, он не, не может помочь тому mm -hmm. человеку, который проходит подобное состояние. Как э, э... Евангелие так говорить про Христа? что он был сам спокушенный, да, тому может помочь. Сам был, может поместить. и искушаем им помочь. Например, тот же Силуан Афонский. Силуан Афонский до своих подвигов и до момента вот такого отчаяния и ропота на Бога, это один монах, который угу. все исполняет, который ревностный, пламенный, за Бога готов все сделать, любые заповеди исполняет, но когда он прошел вот такой опыт, когда небо молчало для него и благодать как бы не чувствовалась им, то он совершенно по-другому стал оценивать людей, которые живут в миру и которые не имеют возможности вот, приложить все усилия для того, чтобы найти Бога и привлечь благодать на свою сторону. Это человек, который страшно и сильно жалел всех остальных людей, лишенных какой-то сугубой благодати. Тот же Паисий Афонский, там одна из книжек называется «С болью и любовью о современном человеке». С uh -huh. болью почему? Потому что немножко, да, и сам знал, что uh -huh. тяжело жить без Бога. Но чувствовал и понимал, насколько же тяжелее всем остальным. Если я на горе Афон пребываю uh -huh. иногда в моментах, когда Бога, Бог отошел, то насколько же тяжело остальным людям жить в этом таком богооставленном состоянии. И поэтому опыт, когда нас зажимает со всех сторон то ли обстоятельства какие-то внешние то ли э, какие-то помыслы и соблазны эти обстоятельства на первый взгляд в душе кажутся губительными ну меня mm -hmm. убивают добивают. Я, я я не могу вот выйти с этого соблазна никаким образом а на самом деле происходит э, уникальная ситуация когда мне дают какой-то очень важный и Жизненно важный опыт. Как святых отцов спрашивали, зачем Бог посадил в раю дерево познания добра и зла, зачем он сознательно поставил условия, где Адам и Ева согрешили. Он же знал, что согрешат. То святые отцы говорили, что когда Бог создавал Адама и Еву, то Он одного им не мог дать. Это опыт жизни без Бога. Mm -hmm. То есть опыта богооставленности. На самом деле, возможно, в эти моменты Бог приближается ближе всего. Много есть таких э, ситуаций и рассказов людей, которые бывали в сложных обстоятельствах, когда э, им кажется, что Бог оставил, а на самом деле в вот этот момент Бог нес их на руках. Mm -hmm. Что когда нам все легко и все удается и и молится и службы хочется посещать, и читаю священное Писание со всеми людьми в мире, и ты такой весь радостный, порхающий, делишься своей радостью. Возможно, это момент, когда Бог чуть-чуть отходит. Ну, напевно, тому христиане говорят, что если в тебе все хорошо, то значит, деле, все дуже погано. Да, там же в той же книге Ава Дорофея говорится, что «Доброе дело» которые совершает человек, оно обязательно будет иметь последствия в виде искушения. Либо до совершения, либо после совершения. Как бы это не повод бояться совершать добрые дела, но как бы нас предостерегают, что если ты качаешь мышцы, то будет крепатура, будут они болеть после упражнений. А вот, до речи, эти спокусы, они обовязково на саму родину накладываются, чем может накладаться на оточение, на близких, родных, там знакомых? В писании Ветхого Завета мы знаем, что были соблазны и искушения, которые постигали весь народ, угу. когда они или видали поклонство, падали. Есть моменты, когда Господь целым народом разрешает быть искушаемым каким-то определенным грехом. Не для того, чтобы их наказать за этот грех, а за, опять же за тот бесценный опыт, который потом приобретает и весь народ, и каждый человек в частности. Поэтому есть соблазны, которые борят конкретного человека, есть соблазны, которые борят конкретную семью. Есть а да что там семью? Конкретный коллектив, школу возьмите, простую элементарную mm -hmm. школу, какие соблазны. Первый соблазн школы это осуждение. Самое повальное осуждение, когда э, интеллигенция считает, что все знаем, во всем разбираемся, по всему можем дать свой комментарий. Mm -hmm. И когда видишь общество, вот это педагоги, какие там грехи. Ну вот грехи слова, грехи языка. На заводе, например, каком-то металлургическом, там иные грехи. Поэтому есть грехи, которые каким-то определенным отраслям более соответственны. Есть грехи, которые соблазняют конкретного человека. Но так или иначе, ни один не останется несоблазненным, скажем так. Я вам дуже дякую. Тема надзвичайно складна, бороться с помыслами важко. Ну, принаймні, люди будуть знати, що і як з цього приводу думати, і як з цим поступати. А вот дорофей нам впомощ, ангел хранітеля Ми сьогодні в гостях у історика Анатолія Охінченка. Анатолій Федорович, я вітаю вас. Много еліта. Андолі Федорович, давайте сьогодні поговоримо про святих, про яких дуже мало люди знають. Про англійських святих. Кого б ви нам могли розказати першим? Я хотів би, вельми шановна Наталія Юрівна і наші поважні телеглядачі, хотів би розповісти про життєвий шлях та служіння апостольське святого Патрікія, як ім'я якого внесено вже тепер і до святців нашої православної церкви. Ця знаменна подія відбулася минулого 2017 року, 9 березня. Святий Патрік він дійсно вніс величезний внесок в укріплення і розповсюдження християнства не тільки в Ірландії, але практично і в всій Британії. І його почитають не тільки католики, але віддають йому данину глибокої поваги і благоговіння і наші православні віруючі. В Які роки він жив? Народився він у приблизно в 383 році у сім'ї діякона Кальпурнія в Британії. Слід відзначити, що сім'я була дуже забезпечена і практично до 16-річного віку. Магон, таке ім'я він отримав при хрещенні, а при народженні він отримав ім'я Сукат. Так от Магон до 16 річного віку він жив оцим традиційним життям, яке притаманне було багатій аристократичній молоді Британії. Справа в тому, що це був той період, коли Західна Римська імперія вона значно ослабла, втрачала свої володіння, в тому числі і в Британії. Це дало поштовх багатьом піратам активізувати свої дії на морі. І під час одного із таких нападів на узбережжя Британії було захоплено велику кількість бранців, включаючи і магона. За великі гроші його було продано на острів Ірландію одному багатому землевласнику. І що він там робив? Ви знаєте, він виконував саму таку тяжку фізичну роботу. Дуже важко йому доводилося працювати. А якщо ми врахуємо ту обставину, що практично він до цього періоду не мав навичок фізичної праці, йому дуже важко було. Але не дивлячись на це, Господь вже в ці часи підтримував його. І саме головне, що Патрік, а так його почав називати господар, власник, поступово наближався до святого письма, до святого Євангелія. Він уже, будемо так казати, однією ногою уже стояв на стезі служіння Господу і при Святій Богородиці. І саме Господь допоміг йому чудесним чином зробити втечу. Яка неможлива була б без Божого втручання і без Божого благословіння. Юнак тікає із Ірландії і він знайшов прихисток на території Галії, сучасна Франція. Там він підвизався у багатьох монастирях, і через деякий час він мужнів і зростав духовно і став уже помічником святого преподобного Германа, єпископа Оксерського. І ось з цього періоду він через деякий час отримав. Видіння від Господа, ангел Господін йому вказував шлях на батьківщину. Він говорив про те, що треба повертатися на острів Ірландію і починати свої апостольські звитяги. А він уже на той час прийняв чернецтво, чи був уже в якомусь сані? У духовне... нього вже був досить високий духовний сан єпископа. Його апостольське служіння воно було дуже важким на перших порах, тому що переважна більшість населення були язичниками, великий вплив на них мали друїди. Місцеві священнослужителі. І тому, звичайно, що йому доводилося працювати в важких умовах. Друїди намагалися зашкодити його діяльності, але промисел Господній був завжди з ним. Він перемагав цих чаклунів і ніс слово Господнє в широкі народні маси, здійснював величезне церковно-монастирське будівництво, зробив величезну благодійницьку діяльність за цей період. І саме головне, він навернув до християнства. Переважну більшість населення Ірландії. І ось от саме ці звитяги дали можливість вважати святого Патріка покровителем Ірландії. Він був один із 12 найбільш видатних апостолів. І саме завдяки його в першу чергу звитягам ми називаємо острів Ірландії святим островом. Напевно, треба сказати серед 12 апостолів англійських, так? Так, да, звичайно, я мав на увазі. Сам, саме, це, да, саме це. Слід відзначити, що в 400. 93-му році святий Патрік відійшов у вічність. Його почали почитати вже буквально після того, як він помер, через декілька років, відзначаючи ті величезні апостольські труди, які він здійснив. Мощі святого Патріка в VII столітті були віднайдені в пероні. На його честь збудували велику кількість храмів і монастирів. Найбільш таким впливовим величним храмом є. Церковна споруда, яка була збудована на території столиці Ірландії, сучасної столиці міста Дублін, цей храм збудували ще в 1092 році. На сьогодні ми можемо констатувати той факт, що святого Патріка його почитають і шанують не тільки, скажімо, в Ірландії, в Англії, у Ельсі, в сучасній Франції, Італії, Нідерландах і інших країнах Західної Європи. Але особливою пошаною він користується і в нашій православній церкві, яка відзначає його величезну масштабну апостольську діяльність, яку здійснив цей святий. Я вам дуже дякую за цю розповідь. Мені було цікаво, і, думаю, цікаво було і нашим глядачам. Дуже вам дякую, ангела, всім охоронця. Хай вас береже Господь. Наша передача подходит до завершения. Мне остается только попрощаться с вами и пожелать всем миру, злагоди и любви. Ангела всем хранителя.